На календаре у нас с вами 20 октября, это означает, что это новости недели в Red Dead Online. У микрофона Готика, Сократ. Погнали! Для тех, кто решил все-таки вернуться в игру и посмотреть, что такое бандитский абонемент на Хэллоуин, что он дает, я вкратце расскажу в этом ролике. Я похожа на волка. Друзья мои, для тех, кто ожидает какого-то крупного обновления в Red Dead Online и не во что поиграть, присоединяйтесь ко мне в State of Survival. Это мобильная игра и ни в коем случае не является рекламой. Мы реально Готикой залипаем там. Сейчас мы играем на 467 штате, держим крепость, бункеры, нас около 50 человек. Дискорд, ссылки в описании, и это реально не реклама. Ссылки на игру я не предоставляю, для того, чтобы вы не подумали, что там какие-то бонусы, или мне кто-то что-то проплатил. Сами скачайте в App Store, или сами скачайте в Google Market. Игра называется State of Survival. У нас 467 штат. Если вас это заинтересует, и вы хотите поиграть с Готикой, пишите мне в личку в Дискорде, я объясню, что, как, почем и почему. Ну и переходим непосредственно к новостям. Как всегда, по традиции, с онлайна 20 тысяч человек. Да, у нас на прошлых неделях была распродажа и в Epic Games, и в Steam, и это подняло онлайн до 35 тысяч. И сейчас он плавненько опустился обратно до 20. Ждем дальнейшего падения, потому что, ну, вышел новый бандитский абонемент, добавили нам 15 уровней. А что нам добавили, давайте рассмотрим поближе. Стоит у нас бандитский абонемент 15 голды и содержит в себе 20 уровней. Прокачивается он все так же, как и предыдущие. Что у нас здесь за награды? Перчатки, обмотки перчатки для рук из черного атласа. Выглядят, кстати, шикарно. Фильтр для цвета, для фотографии. Посылка с патронами. Эмоция, страх. Флаг, пиковый туз, кстати, офигенный. Отлично, хоть флаг подвезли. $1000 в Red Dead Online. Мелочь, а приятно все-таки. Еще 50, итого у нас уже 150. Предметы для натуралиста, скидка 40%. Еще один фон. Фильтр для фотоаппарата. Эмоция напугать. 5 маскирующих тоников, абсолютно бесполезная тема. Маска на лошадь, кровавый бизон. Ну, кстати, ничего так, если честно. Выглядит стрёмно. Ну, а чё мы хотели от наград бандитского клуба? Посылка с патронами Nitro Express. Еще одна маска, но это уже более поприятнее выглядит. Фон. Заброшенный дом. Вариант винтовки с откидным затвором. Предметы для натуралиста, скидка 40%. Жутко испугаться. Отличный флаг. Череп и кинжалы. Отличнейший флаг. Всем фанатам Готики советую. 30% скидки на некоторые предметы оружия. Фильтр хищник, повязка висельника, похоже на Иллидана из Варкрафта, еще один фон, маска на лошадь, мачете, видео я покажу чуть позже, эмоция потрошитель. И готическое, мать его, оформление бара. То есть все члены Готики автоматом уже его покупают, не в зависимости от того, что и как. Вот, собственно, все награды клуба. Ну, то есть, если вы, иными словами, находитесь в нашем Дискорде в Готике, ссылки также в описании, и катаетесь с нами, то, безусловно, готическое оформление. И если вы раньше играли с нами и по каким-то причинам перестали, отлично для того, чтобы вернуться и купить себе готическое оформление. Дальше переходим непосредственно к этой неделе. Неделя бонусов и скидок. Нам добавили легендарную пантеру.
это новые животные, ночной шаг и дух болот. Дальше листок витализма опоссум, 12 золотых слитков. Про хэллоуинский абонемент мы уже с вами поговорили. Дальше вернулись в магазин мадам Назар маски, все виды масок. Бесплатные быстрые перемещения по карте всю неделю. Скидки в походных припасах, темы для лагеря, все скидки на палатки, на флаг обычный, на снаряжение, на собачек всех видов, костюмы Крипса. То есть мы можем свой лагерь полностью оформить со скидками. Магазин самогонщиков, предметы горючий самогон, ядовитый самогон, расширение для бара, музыканты, конденсатор, медный дистиллятор, скидки у скупщика на оружие. У мадам Назар у нас мачете Агила, огромное количество скидок на одежду у мадам Назар, все страшные маски у нас по $150, скидка на всех лошадей, на транспорт, охотничью повозку, на тюремный фургон, на фонари, на сумки коллекционера, на седла Дельгады, Ирвис, цыганский коп, на варфольский рысак. У цирюльника у нас скидки с вами. В магазине Гаррет походный лагерь стоит теперь $450. Скидки на крафт тоников, оживителей для животных. Скидки у оружейника улучшенный руль. Нифига я сказал улучшенный руль. Улучшенный лук за $165. Револьвер Шофилда. Я это даже вырезать не буду на монтаже. Просто киноляпы уровень бог. Дальше у нас с вами скидки на костюмы и снаряжение для ролей, скидки охотника за головами, скидки на костюмы торговца, скидки на костюмы самогонщика все, скидки на костюмы всех натуралистов, также оружейный пояс Торбен и кобура Торбен. Все у нас просто, максимальная распродажа, скидки на все. Ну и, ребята, наконец-то сессии с двумя-тремя игроками уже не найти. Все сессии постепенно начинают заполняться. То ли баг, то ли фича, но это поправили, и теперь в сессиях полно-полно людей. Вот такими у нас получились новости недели. Собственно, на прошлой неделе я их не выпускал, потому что да вообще выпускать было нечего. Вообще, там ролик занял бы на 2 минуты времени. Ну, может быть, еще 30 секунд заставки. Поэтому я решил пропустить не из-за того, что мне лень или еще что-то. Не было материала даже, никаких слухов, интриг, скандалов. Да ничего толкового не было на прошлой неделе. А на этой унылый бандитский абонемент. Конечно же, мы ждем все с вами зимнего обновления. Как только поползут реальные слухи, обновления QBET и так далее, безусловно, вы не пропустите. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить выход новых видео в последующих обновлениях, которые будут у нас с вами в декабре. Помните, что о том, когда выйдет летнее обновление и что в нем будет, вы узнали именно от канала Готики. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч. Пока!